На острове Русский идет строительство новой велодорожки. На объекте уже завершили подготовку основания для укладки асфальтобетонного покрытия. Были произведены масштабные работы. Это подготовка основания под велодорожку, отсыпка скального грунта. Это система водоотведения, лотки, прокладка гофрированной трубы для водоотвода, установка канализационных люков. Ну, на данный момент мы выполнили 50% работ второго этапа, подготовили основание под асфальтобетонное покрытие и планируем до конца июля уже закрыть второй этап. И в августе приступить к третьему этапу, это барьерное ограждение и пешеходное ограждение и разметка. После завершения всех работ данный объект, велодорожка, будет доступна для всех желающих, которые увлекаются самокатами, велосипедами, пешими прогулками, там, бегом. Дорожка будет состоять из двух отрезков, соединенных между собой переходом. Первый участок длиной 1480 метров протянется от остановки ДВФУ «Южные ворота» до поворота к бухте Навик. Второй участок пройдет по другую сторону дороги до мыса Охлестышева. Его длина 2600 метров. Новая велодорожка соединится с уже существующей на мысе Охлестышева. Таким образом, у велосипедистов, роллеров, самокатеров будет возможность пользоваться непрерывным пространством, длина которого составит 6 километров. Завьялов, Елизавета Драгомирова, новости на восьмом.